Привет, меня зовут Дэн, и сегодня я расскажу, как выбрать Slackline, чем они друг от друга отличаются, ну и примерно сколько это все стоит. Начнем с готовых комплитов. Они продаются сразу в комплекте с защитой деревьев, с машинкой для натяжки, так называемый ratchet, вот, и, как правило, какой-то фирменный мешочек. Вот этот, например, русский Slackline. Это питерская фирма Kengo. Вот. А другой вариант, мы можем купить грузовую стропу и пару карабинов. Этого достаточно, чтобы натянуть небольшой длины линии. Метров 30-40 спокойно можно вытянуть. Все, кто впервые выбирает Slackline, сталкиваются с проблемой, какой ширины брать. Потому что есть 5 сантиметров, 3,5, 2,5. И кажется, что чем шире стропа, тем проще на ней стоять. Но это не так. На самом деле баланс держится на них одинаково. Разница в весе и в нюансах ходьбы. Например, на пятерке не получится поставить ногу на краешек. Стропа просто скинет. А на 2,5, ну, тут в принципе не получится поставить ногу с краю. Скорее всего, она встанет полностью. Разницы в балансе, повторю, нету. Поэтому психологически может быть проще на пятерке, но в любом случае в конце концов вы придете к 2,5. И советую сразу брать узкую стропу, она легче и ходить по ней проще, она не такая тяжелая в натяжке. Основное отличие готовых комплитов в том, что в них есть все необходимое для навески. То есть мы купили, пришли в парк и спокойно навешиваемся. А при сборе комплита самостоятельно вам нужно будет купить карабины отдельно, отдельно купить стропу, прошить на ней петлю самостоятельно, либо купить еще пару карабинов, чтобы не шить петлю. Вот. Это основное отличие комплитов. Второе отличие – это цена. Готовые комплиты стоят ощутимо дороже. В среднем за 15 метров стропы с рэчетом защитой деревьев в магазинах просят от 3,5 тысяч рублей. Грузовая стропа стоит порядка 10 рублей за метр. То есть за 100 метров вы отдадите 1000 рублей и еще рублей по 300 за каждый карабин. То есть за 1300 можно получить себе 100 метров стропы. Что касаемо защиты деревьев, если она в готовые комплекты входит, то здесь придется делать самому. Для этого подойдет любой плотный материал, старые джинсы, кусок линолеума, ковролина, и все, что придет в голову. Slackline сейчас можно купить в любом спортивном магазине, например, в Декатлоне. Или же приобрести в специализированных магазинах и сообществах, таких как Slackline Tribe в Москве, либо Союз Slackline в Питере. Также они доставляют по всей России, заказываем, не стесняемся. Грузовую стропу можно купить в специализированных магазинах. Главное, обращайте внимание на то, чтобы она выдерживала нагрузку более 2 тонн. Это критично. На этом все. Надеюсь, информации было более чем достаточно. Мое личное мнение, покупайте сразу метров 30, 2,5 сантиметра шириной. Неважно, грузовая это стропа, либо это готовый набор. Если возьмете 15 метров, очень быстро научитесь ходить и придется покупать новую стропу. Как навесить стропу и как ходить по ней, мы расскажем в следующих видео. Всем пока! Подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.